Всем привет! Это 10-е отчетное видео для портала PokerAbility и курса PokerPro 4-й поток. Вот и подошла к концу рабочая вторая неделя на курсе. В принципе, доволен то, что удалось выполнить все задания, не набрать штрафных баллов. Мною были выполнены еженедельные задания и задания, которые выдаются на каждый день, такие как разбор раздач, во флабзиле, там в специальных эквиляторах и так далее. Также рад то, что завтра уже будет тренировка в субботу, субботняя. Думаю, пройдет она бодро, как и всегда, в формате какого-то интерактива. Что касаемо сессии, сессия сегодня не увенчалась успехом. Минусанул около 4 боинов. Считаю, что играл в неоптимальном для себя состоянии из-за внешних факторов, ну, которые случаются в реальной жизни. Но случилось так, как случилось. Ничего с этим не поделаешь. А вам, дорогие друзья, желаю, чтобы ваш график рос только вверх. Удачи за столами!